О новостях спорта. В Семее проходит областной чемпионат по шахматам. Помимо жителей нашего города, для участия в нем приехали участники из разных районов области. Соревнования состоят из 9 этапов. Завершить его организаторы планируют 29 июня. Подробнее в видеоматериале корреспондента. В городе проходит областной чемпионат по шахматам среди мужчин и женщин. В соревнованиях принимают участие шахматисты со всех уголков нашего региона. Возраст участников от 10 до 65 лет. Из 40 шахматистов 12 претендуют на звание мастера спорта. Посмотрел по статистике, где-то около 7 лет в Семипалатинске чемпионат не проводился. Где-то у нас принимает участие 12 кандидатов. Всего участников 40 человек. Здесь идет норматив на присвоение первого разряда, КМСов. Многие ребята, мы напустили перспективы их ребят, которые на первый разряд. Жанар Абдулгазиева играет в шахматы с 5 лет. Этой игре ее научил отец. Теперь она участвует в республиканских соревнованиях. В настоящее время для детей действует шахматный кружок, в котором оказывается помощь также детям с ограниченными возможностями. Шахматы не только расширяют кругозор человека, но и учат терпению, говорит Жанар. Ну, чемпионат ВКО проходит как бы на достойном уровне, принимают очень много участников, как бы ветеранов, можно так выразиться, очень много кандидатов в мастера спорта. Турнир проходит по швейцарской системе, то есть в 9 туров. Сейчас вот проходит второй турнир, как бы победители еще не определились, только вот так как турнир начался. Организаторы отмечают все больше интерес молодежи к шахматам, и в связи с этим необходимость проводить их как можно чаще. После получения разрешения мы начинаем проводить турниры, которые ранее не состоялись из-за пандемии. В настоящее время чемпионат проводится в Восточно-Казахстанской области среди мужчин и женщин. В нем участвуют 32 мужчины и 4 женщины. Победители этого турнира пройдут в полуфинал, который состоится в октябре. Итоги республиканского чемпионата будут объявлены 29 июня. Саулия Байгалиева, Рустем Кайратулы, Ельжан Максумов, телеканал «Семей».